за размещение транспортных средств на газоне, рекреационной территории, детской и спортивной площадке законом Самарской области предусмотрена административная ответственность, напоминают в телеграм-канале Кировского района. Собственник транспортного средства может быть оштрафован на сумму от 1500 рублей. Жителей города просят в случае обнаружения автомобилей направить фото нарушителей в административную комиссию Кировского района с указанием точного адреса, с номерами автомобилей и границами газона. Материалы можно направлять на адрес электронной почты admcom.kir@yandex.ru. Подробности по телефону административной комиссии 995-86-94. В телеграм-канале Ленинского района приглашают на фестиваль «Дом-фест». Это праздник дизайна, строительства и декора. С 22 июня по 2 июля в творческом пространстве станкозавода вас ждут уникальные предложения от салонов отделочных материалов, строителей, дизайнеров и архитекторов нашего города, полезные мастер-классы, интерактивные лекции и аукцион, выставка-ярмарка предметов искусства и дизайна. Интернет-портал «Карты жителя Самарской области» отметил второй день рождения. Говорится в телеграм-канале Октябрьского района. За 2 года интернет-портал показал хорошую динамику. Растет посещаемость страницы, увеличивается количество заявлений на оформление карты жителя, в том числе онлайн. Самым важным аспектом проекта является информированность граждан о возможностях, получаемых при использовании карты жителя. Пройти диспансеризацию приглашают жителей в телеграм-канале Железнодорожного района. Основная ее цель – раннее, своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут пройти диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуги.